Здравствуйте, здравствуйте, дорогие преподаватели! Рады приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном дистанционному обучению в онлайн-школе SkySmart. Пожалуйста, напишите, как меня видно и слышно. Напишите в комментариях плюсики, если меня хорошо видно и слышно. Рада вас всех здесь сегодня видеть. Здравствуйте, вижу ваши комментарии. Замечательно. Спасибо за такой быстрый ответ. Как будто рядом находитесь. Очень здорово. Отлично. Хорошо, что вы меня видите и слышите. Я также хотела бы сказать, что сегодняшняя наша встреча пройдет на YouTube. YouTube — это еще один инструмент для дистанционного обучения, и мы с вами встречаемся на этой площадке. Для того, чтобы нам было комфортно с вами взаимодействовать, напоминаю, что у нас есть чат справа от вас, справа от видео, в котором вы можете задавать любые вопросы по ходу беседы, а также пишите ваш опыт, ваше мнение, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Мы будем обязательно реагировать. Отлично, я рада, что все видно и слышно. Буквально через 4 минутки мы с вами приступим и окунемся в мир дистанционного обучения. А пока всем здравствуйте! Да. Давайте, пока у нас есть время, познакомимся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого вы города и, конечно же, какой предмет вы преподаете. Давайте познакомимся. Вижу ваши плюсики. Буду оперативно читать ваши комментарии, взаимодействовать. Также у нас есть поддержка, которая постарается ответить на все интересующие вас вопросы. Мы с вами, надеюсь, очень проведем время с пользой. Отлично, вижу уже сколько замечательных предметов. Постараюсь прочитать. Евгения Самара, русская литература. Гузель, английский язык, Самарская область у нас тут много, отлично, русская литература, Маргарита, ага. Ирина, если меня не слышно, вы можете увеличить громкость на своем компьютере, а также посмотрите, чтобы у вас включена была максимальная громкость на самой платформе YouTube. Это доступно в окне видео внизу, где вы можете нажать на паузу, а также есть скроллер, где вы можете увеличить громкость. Поэтому устраивайтесь поудобней, регулируйте громкость и приготовьтесь к погружению в мир онлайна. Рада вас всех видеть. Очень много Самарской области, английский язык. Замечательно. Город Сызрань. Отлично. Самарская область. Замечательно. Русский язык, литература с нами, английский язык, обществознание, математика. Отлично. Красноярский район тоже с нами, обществознание. Доброе утро. Всем доброе утро. Кому-то добрый день. Возможно, кто-то к нам присоединился, у кого уже вечер. Давайте напишем, из какого вы города, познакомимся, а также какой предмет вы преподаете. Математика, информатика, Самара, Ольга, Ирина, Наталья. Рада вас всех видеть. Всех приветствую, кого не успеваю читать. Давайте поактивнее будем знакомиться и взаимодействовать. Нефтегорск. Отлично. Новокуйбышев. Отлично. Какая у нас богатая сегодня география нашей встречи. Я надеюсь, нам это поможет собрать самые лучшие методики, инструменты, ваш опыт воедино, и получится замечательный результат. Еще минутка, и мы с вами начнем нашу тему дистанционного обучения и как же внедрить дистанционное обучение в нашу с вами педагогическую деятельность. Отлично. Давайте начнем. Рада вас всех еще раз, каждого из вас приветствовать. Спасибо, что присоединились к нам сегодня на нашем вебинаре, посвященном дистанционному обучению. И мы с вами сегодня пройдем
очень интересные и важные темы. И, конечно же, изучим инструменты, которые доступны каждому из вас и которыми мы можем очень просто и эффективно выстраивать обучение. Вижу ваши комментарии. Замечательно, что вы все участвуете. Не забывайте, что комментарий находится справа, кто еще не написал. И обязательно укажите, из какого вы города и какой предмет вы преподаете. Ну, а я между тем тоже представлюсь и скажу, что я являюсь педагогом в первую очередь, так же, как и вы, педагог по английскому языку, а также эксперт по региональному обучению SkySmart. Зовут меня Мария Потупчик. Конечно же, именно это помогает мне сегодня проводить вебинар и рассказать, поделиться с вами, дорогие преподаватели, своими опытом, своими наработками. И, конечно же, это неразрывно связано с нашей онлайн-школой SkySmart. Кто-то из вас, наверное, слышал, потому что мы преподаем и обучаем детей школьного и дошкольного возраста и неразрывно связаны с онлайн-школой SkyEng. Напишите, пожалуйста, в комментариях, слышали ли вы или нет про нашу школу. Очень интересно знать. Конечно же, мы являемся экспертами в мире дистанционного обучения, потому что уже на протяжении 8 лет обучаем детей. И, конечно же, помимо этого у нас есть и другие продукты. Это, к примеру, SkyTeach, платформа, на которой мы обучаем и преподавателей, помогая нашим любимым педагогам повышать свои профессиональные компетенции. Если вам интересно, после нашего вебинара можете посмотреть. У нас очень много доступных бесплатных материалов, раздаточных в том числе, которыми педагог может поделиться и, конечно же, использовать в своей педагогической деятельности. Мы уже долго работаем в дистанционном формате, и, конечно же, наша экспертиза, она имеет право на существование, потому что мы уже провели более 1 000 000 онлайн-уроков. У нас много учеников и также много учителей. Нас, помимо этого, поддерживают такие лидеры образования, не побоюсь этого слова, это и университеты, например, Московский педагогический государственный университет, Сколково, многие-многие другие, и это лишь маленький список тех партнеров, которые доверяют нашему опыту в онлайн-обучении. Но помимо этого у нас есть и образовательная лицензия, и много свидетельств, подтверждающих качество образования в нашей школе. Вижу ваши комментарии. Всем здравствуйте. Да, не слышали. Да, я вам обязательно расскажу и сегодня также покажу один из наших предметов, также наших продуктов, которые доступны вам. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень хотелось бы знать. Мы сегодня с вами оказались в такой ситуации, когда пришлось быстро, я бы сказала, стремительно переключиться на дистанционный формат. И поделитесь, с какими проблемами, болями, сложностями вы столкнулись, когда пришлось переходить на этот формат обучения. Что для вас вызвало самое большое расстройство, непонимание, сложность? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что это очень важно понимать, где же являются самые тонкие моменты при попытках выстраивать свое дистанционное обучение. Вижу, что действительно есть сложности. Любовь, очень нравится такой формат. Это отлично. Поделитесь вашей экспертизой с нами. Евгения, дети скачут с одной платформы на другую. Действительно, это имеет место быть, потому что каждому региону в разных школах рекомендуют разные платформы. Преподаватели также используют те инструменты, к которым привыкли, и получается какой-то сумбур, какая-то неразбериха, и в этом огромном облаке информационном преподаватель сталкивается с большой сложностью выбора,
а что же является эффективным, что является качественным инструментом для выстраивания процесса обучения. Вижу, конечно же, многие пишут про проблему интернета, скорости интернета, и это очень важно, особенно сейчас, когда многие проводят время в самоизоляции, активно используют трафик, и, соответственно, это сказывается на работе многих платформ, а также скорости интернета в целом. Поэтому и этот фактор влияет на наше общее впечатление о таком дистанционном формате. Отсутствие технической возможности интернет-связи в селе. Конечно, требования к современным реалиям не учитывают или не успели учесть, да, ввиду быстро изменяющегося мира, наши возможности, а именно технические возможности. То есть не у всех учеников, да, что уж греха таить, не у всех преподавателей есть возможность проводить уроки в таком формате. Поэтому я с вами абсолютно согласна. Не все дети могут войти на платформу правильно, и преподаватель сталкивается с еще одной потребностью – обучить детей, потому что родители зачастую не идут на контакт, на помощь в выстраивании этого взаимодействия. И тут педагог тоже сталкивается с трудностью. Спасибо за ваши комментарии. Яна, ни дети, ни родители, ни учителя не были готовы к такому обучению. Влияет и скорость интернета, и материально-техническое обеспечение каждой семьи. Особенно трудно тем, у кого несколько детей. Яна, я с вами абсолютно согласна, потому что сейчас уже в просторах интернет является притча во языце, когда несколько детей, и всех их нужно обучить, и родители просто не знают, что с этим делать. Это, с одной стороны, конечно же, дает понимание ценности образовательного учреждения и главной ценности педагога, да, как главного лидера выстраивания этого взаимодействия, но тем не менее трудность это есть. Как при дистанционном формате сделать более интересными и разнообразными домашние задания с 5 по 11 класс? Я обязательно сегодня поделюсь, как это можно реализовать в ходе нашего вебинара, а также мы с вами изучим и попрактикуемся, потому что без практики как мы чему-то научимся? Одному очень эффективному инструменту, который доступен совершенно бесплатно. А вижу, что дети онлайн-тесты легко переписывают. Да, я с вами абсолютно согласна. ГДЗ и прочее, да. Весь интернет к их, как сказать, к их ногам, рукам, они могут везде найти эту информацию, и мы лишены с вами в таких рамках контроля, да, и как его осуществлять. Сегодня мы про это проговорим, и я также поделюсь с вами инструментами для того, чтобы минимизировать эту проблему. Да, я прошу прощения, если у нас с вами будут какие-то неполадки или посторонние звуки, какие-то шумы, прошу принять и простить, потому что сейчас огромная нагрузка на все платформы, и YouTube является исключением, поэтому возможно зависание. Но каждый из вас после этого вебинара будет иметь возможность просмотреть наш вебинар в записи. И если вы не успеете пройти все наши задания, то вы также сможете сделать это самостоятельно. Спасибо за обратную связь. Сегодня мы с вами, конечно же, начнем с теории, немножко разомнемся, вспомним наши государственно-образовательные стандарты, и ваша экспертиза мне тоже очень важна для понимания. Ну, а я со своей стороны погружу вас в такие сервисы, как Zoom. Это сервис для видеоконференции, для того, чтобы вы могли организовать онлайн-урок прямо сегодня. Также мы с вами поговорим о том, как структурировать свою работу, какие сервисы нам доступны для того, чтобы
создавать документы, хранить документы, делиться этими документами и какие форматы документов мы можем создавать. И, конечно же, расскажу про наши интерактивные тетради, возможно, кто-то уже слышал, которые доступны как преподавателю, так и ученику для того, чтобы задавать задания, а также использовать их как дополнительный материал в ходе вашего онлайн-урока. Ну и также мы попробуем функционал этих сервисов на практике, потому что только так мы с вами перейдем на дистанционный формат и будем чувствовать себя комфортно. Отлично. Вижу, до сих пор пишете сложности, с которыми вы столкнулись. И я думаю, что это имеет место быть, я с вами абсолютно согласна. Мы же с вами сейчас разберем, что же из того спектра инструментов, которые доступны нам офлайн, мы можем переместить в онлайн. А это наши с вами знания, эти наши методические наработки. Многие преподаватели имеют свой опыт, свою экспертизу, свои компетенции, которые мы можем также применить в онлайн-формате. Давайте же посмотрим, что мы можем использовать. Напишите, пожалуйста, кто из вас уже является не профи, но уже проводил онлайн-уроки, дистанционный формат, применяет активно в своей деятельности. Напишите, пожалуйста, в комментариях и поделитесь своим мнением, как вам такой формат. А я, в свою очередь, хочу сказать, что есть многие типы уроков, которые вы можете реализовать уже в онлайн-формате, и это будет не хуже. Это такие типы уроков, как урок открытия новых знаний. И это очень здорово, потому что, конечно же, мы с вами главной нашей целью ставим мотивацию ученика. Мотивацию и подкрепление новыми знаниями – это самый верный путь в построении такого урока. Да, вижу ваши комментарии. Спасибо за такую быструю реакцию. Буду немножко отвлекаться, прошу прощения, на то, чтобы посмотреть, какой же опыт вы имеете в этой сфере. Ирина у нас проводила Zoom-конференция. Отлично, поделитесь, как вам это. Все ли успешно прошло? У Ирины говорит, что не у всех детей есть возможность. Я с вами согласна. Многие вижу комментарии по поводу проведения уроков в Zoom, Учи.ру. Поделитесь, насколько это было успешно, насколько вам это понравилось. Марина уже проводит онлайн-уроки со 2 по 11 класс. Марина, поделитесь с нами вашим опытом. Zoom. Я вижу, что кто-то и Discord использовал. Проводим в Учи.ру Skype. Я вижу, что действительно многие из вас уже знакомы с такими платформами, как Zoom для онлайн-уроков, потому что сейчас в дистанционном формате без этих инструментов оказалось никак. Да? Урок открытия знаний позволяет нам с вами реализовать вот этот индивидуальный подход и давать ребенку новые материалы в интересной форме. Урок рефлексия также доступен нам, и этот урок реализуем практически во всех предметах. Я думаю, действительно во всех. И такой урок помогает при наличии определенных инструментов, интересных форматов. Яна делится, что применяет онлайн-формат, но время урока теперь, пока все подключится, время пройдет. Действительно, подготовка к уроку в дистанционном формате для неподготовленных, не готовых, не профи в этой сфере преподавателей становится испытанием порой. Также урок систематизации знаний. Для этого нам могут понадобиться различные инструменты, как различные тесты, различные платформы, где мы можем всю информацию собрать воедино и реализовать ее в ходе урока. Урок развивающего контроля – это тоже такой вам лайфхак, потому что мы с вами, находясь в дистанционном формате, лишены вот этого контроля. И хотела бы узнать, какие типы уроков вы в своем предмете реализовываете в онлайн-формате. Поделитесь, может быть, еще какие-то типы уроков доступны и возможно реализовать в таком
формате. Поделитесь с нами, пожалуйста. И, конечно же, типы уроков могут служить разным целям, в зависимости от тех целей, которые вы ставите. Тут важно грамотно спланировать урок. И вижу много комментариев, что те платформы, которые рекомендованы вам в ваших школах, перегружены. Вижу, что вот Наталья пишет, что Rush даже не открывается, что бывает зависание. Да, что в Rush есть хорошие видеоуроки, но данная платформа не всегда работает. Поэтому еще важным фактором является стабильность работы различных платформ. А давайте теперь поговорим про форму уроков. Это небольшой список тех форм, которые мы также можем реализовать в ходе нашего онлайн-урока. Напишите, пожалуйста, здравствуйте вам, Ольга. Напишите, пожалуйста, какие типы, какие формы урока вы применяете в вашем дистанционном обучении. Поделитесь с нами вашими наработками, потому что многие из присутствующих преподавателей здесь, конечно же, только подбираются к дистанционному обучению и хотят внедрить. Спасибо огромное, что вы стараетесь и учитесь. Да, это, конечно же, не живой урок, но, Ирина, продолжите, что не живой урок, но все равно же должно быть какое-то «но». Да, вижу, что используете презентации, форма игра, игровая форма, лекция, без лекции никуда, вижу. Также используете материалы дополнительные. Вижу обратную связь по учуру, что нет большого количества необходимых материалов, и еще платно. Да, это большой минус, я с вами согласна. Беседа, презентация, да. Путешествие тоже интересная форма, мне лично она очень нравится. Это можно реализовать в качестве проектной даже работы. В рамках, к примеру, моего предмета по английскому языку можно дать детям задание провести исследование по какой-нибудь теме, по какой-нибудь стране и представить это в виде презентации, презентовать это в очень интересной форме, рассказать. Также формат игры. Мне лично нравится, когда детям раздаются различные роли, и они обыгрывают это. Это очень полезно и помогает критически мыслить в такой нестандартной подаче урока. Вижу, что многие используют, конечно же, лекция, про это мы даже и не будем говорить, а урок путешествия — это здорово, я вам всем советую. Ну и, конечно же, стадии урока, они разнятся в зависимости от того целеполагания, которое вы ставите перед собой. Но также могу сказать, что важной стадией, которую нужно также трансформировать, переместить в онлайн-формат, это мотивация, потому что мы с вами, находясь в таких условиях, очень не защищены от того, что дети могут потерять мотивацию в обучении, а для нас это краеугольный камень. Также важно проговаривать сложность, давать разноуровневые задания, возможно, давать новую тему для дополнительной мотивации. А всегда не забывать про закрепление, отработки нового материала. Давать задания на самоконтроль, чтобы дети также могли работать в том темпе, который удобен для них. Ну и рефлексия, про это не стоит забывать. Напишите, пожалуйста, без какой стадии урока вы не мыслите дистанционный формат. Поделитесь вашей обратной связью. А мы с вами приступим уже к погружению в дистанционное обучение. Я бы с вами хотела разобрать важную тему. Это где хранить, создавать и редактировать наши с вами документы, методические различные материалы, УМК, книги, раздаточные материалы. Раньше у нас все было это под рукой в нашем
кабинете. А сейчас где же вы храните свою информацию, необходимую для организации дистанционного обучения? Поделитесь. Здравствуйте, спасибо, что вы все присоединяетесь. Напишите, пожалуйста, где вы в текущий момент храните, где вы создаете, редактируете материалы. Угу. Алена у нас первая, Яндекс.Диск. Яндекс.Диск действительно является одним из самых востребованных хранилищ, облачных хранилищ, где вы можете также использовать весь спектр инструментов бесплатно. Большой плюс Яндекс.Диска заключается в том, что там доступно около 15 гигабайт памяти, а также вы можете также создавать там документы, таблицы, презентации и делиться этими материалами с вашими учениками. Да, очень много Google Диск. И я, конечно же, при выборе выбрала именно это хранилище, так как дает огромный спектр, огромное количество возможностей для нас с вами, дорогие педагоги. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, вам в первую очередь нужно иметь свою почту Google. Для этого нужно зайти на сайт Google и зарегистрироваться. Регистрация не составляет, не нужно много времени, чтобы организовать регистрацию, но вы получите доступ к огромному количеству инструментов. А каких, я вам сейчас покажу. Давайте мы с вами немножко попрактикуемся и перейдем на Google Диск. Если у кого-то есть почта уже так же, как у меня, пожалуйста, откройте. Вот, смотрите, это моя почта. У меня их несколько, если честно, потому что информации много. И каждый ящик дает возможность использовать 15 гигабайт памяти. Я думаю, это большой, большой плюс и огромное пространство. Помимо этого, вам также доступны различные инструменты. Это почта, это диск, который мы сейчас с вами разберем, переводчик, кто, к примеру, преподает языки. Ну и, конечно же, различные другие развлекательные площадки. YouTube не является исключением, так ведь? И мы переходим на диск, нажимаем клавишу «Диск» и смотрим, что мы можем использовать на нашем диске. Очень удобно и большим преимуществом в пользу использования облачных хранилищ является то, что эта информация вам будет доступна с любого устройства, имеющего выход в интернет. То есть вы не будете привязаны к вашему компьютеру. Ну и большой плюс, я надеюсь, вы меня сейчас поймете, это возможность структурировать и хранить информацию в удобной форме. Потому что, когда, я уверена, вы все используете флешки, память компьютера, это все очень быстро имеет накопительный эффект и забивается. И, соответственно, уже преподаватель, когда ему будет необходимо быстро найти какой-то материал, не имеет такой возможности, приходится разгребать эту всю кучу непонятных документов. Приходится чистить диск, удалять важные, возможно, которые пригодятся в дальнейшем материалы. И, соответственно, мы в этом плане диск решает все ваши проблемы. Угу. Да, я с вами согласна, и мы с вами рассмотрим, конечно же, самые распространенные инструменты, и хотела бы сказать, что у нас есть и другие вебинары, посвященные дистанционному обучению, где мы учим, как использовать соцсети, к примеру, как организовать детально онлайн-урок. Эти инструменты вы можете увидеть сетку наших вебинаров на нашем сайте, ссылка на который находится под этим видео. Александра, думаю, вам понравится. А теперь посмотрим инструменты, которые вам доступны. Это ваш диск. Помимо этого, в вашем диске вы можете создавать папки, например, папку вашего класса. Давайте нажмем и посмотрим. Папка. Папку вы можете назвать, к примеру, название вашего класса, да? Или если у вас несколько предметов,
Например, вы ведете английский и немецкий. Вы можете назвать также предметом. Смотрим, как быстро создана папка. И в эту папку мы можем проваливаться, двойное нажатие, и также возвращаться в свой диск. В нашей папке мы можем создавать совершенно разные документы. Это и текстовый документ, это и таблица, и презентация. Помимо этого, я вам еще рекомендую воспользоваться инструментом создания Google Form. Любители тестов, опросников и прочих форматов контроля за успеваемостью – это отличный инструмент. Я вам очень рекомендую. Также, конечно же, мы можем использовать карты в уроках географии, рисунки, например, на уроках физики, где нужно показать определенные процессы. Да, и, конечно же, начнем с самого простого – это документ. Мы с вами его создадим. Мы можем его назвать. Мы нажимаем на новый документ название и называем его, к примеру, урок 1. Здесь мы можем с вами прописать план урока. Мы можем структурировать информацию, выделить, сделать ее наглядной, включить ссылку, чтобы тут же перейти в браузере на определенный сайт. Мы с вами можем ставить картинку, изображение, потому что, конечно же, важно, чтобы информация была не только понятной, но и наглядной. Давайте про это будем не забывать. Итак, также хотела вам сказать, что огромным плюсом использования такого формата является возможность делиться этими материалами с вашими учениками очень быстро и эффективно. Это возможность передавать документы по ссылке. То есть вам не нужно скачивать этот документ, вам не нужно его будет отправлять, а вам всего лишь нужна будет ссылка и возможность отправить эту ссылку вашим ученикам, возможно, даже целому классу. Для этого вы нажимаете «Настройки доступа» в правом верхнем углу, и вам доступно отправить ссылку общего доступа. Как я только изучили информацию, то для них формат доступа просмотра будет достаточно. Вы нажимаете «Копировать ссылку» и эту ссылку отправляете вашим ученикам. А отправить вы можете в любом мессенджере, соцсети и любым другим способом, где вы взаимодействуете с вашим учеником. Напишите, пожалуйста, как обычно вы общаетесь дистанционно с вашими учениками. Напишите те платформы, инструменты, которыми вы пользуетесь. Поделитесь, пожалуйста, как вы ваших учеников организовываете. Помимо этого, вы можете нажать «Доступ по ссылке с возможностью редактировать». И редактирование дает возможность и вашим ученикам эту информацию дополнять. К примеру, вы даете какой-то тест, и ученик тут же может отредактировать, то есть внести ответы в ваш документ. Да, вижу обратную связь. Спасибо огромное, что многие общаются ВКонтакте, в Вайбере. Отлично. Да, Екатерина, запись вебинара обязательно будет. Оставайтесь с нами. А также у нас есть возможность, да, создания других документов. Мне очень нравится, что в таком формате мы можем делать файлы избранными, можем перемещать их в разные папки. Смотрите, я тут же могу переместить этот файл в другую папку. И, конечно же, большим плюсом является возможность все документы перемещать, удалять и многое-многое другое. Также мне нравится формат Google презентаций. Там у нас есть очень много различных инструментов. Это, к примеру, те же и шаблоны. То есть вам не нужно ничего придумывать. Вы просто вставляете нужную вам информацию, выбираете тему. Тут же у вас есть пример, куда вводить заголовок. Вы их редактируете. И также и презентацию вы можете отправить вашему ученику, вашему классу.
вижу, что многие общаются по почте, в Вайбере. Да, есть какие-то определенные площадки, где вы взаимодействуете, но в большинстве случаев это наши с вами соцсети и мессенджеры, потому что они дают возможность очень быстро, оперативно взаимодействовать с учеником. Спасибо за обратную связь. Мы с вами возвращаемся к нашим документам и хотела бы рассказать, что в формате Google Form у нас есть очень интересные инструменты. Например, вы хотите создать тест и проверить успеваемость вашего ученика. Ученика общий, да, понимание всего вашего класса, я думаю, у вас их много. А для этого у вас доступны различные варианты. Вы можете добавить сколько угодно вопросов. Давайте мы с вами вот добавим еще один. И еще один, и у нас уже 3 вопроса. Дальше мы с вами можем менять текст, менять информацию в тексте, подачу, либо мы выбираем один из вариантов, либо какую-то шкалу, раскрывающийся список и так далее. Также мы с вами можем ставить изображение, также и с вашего компьютера, и даже с интернета, просто вставить любую ссылку на эту фотографию. Ну и, конечно же, у нас есть Google Диск, где мы с вами можем выбирать уже загруженные на нашем диске фотографии. Это очень удобно. Давайте напишем, что это тест у нас, например, контрольная, по теме «Настоящие времена» английскому, да, к примеру. Наш вопрос мы задаем, к примеру, на английском. Ответить на вопросы. Выбираем варианты, добавляем их возможность сделать. Хоть 5, хоть 10. Вариантами также могут быть какие-то изображения. Плюс варианты могут располагаться, отображаться в разных форматах. Это может быть и текст, это может быть просто как строка, может быть целый абзац, если вы хотите, чтобы ваши ученики написали сочинение по русскому языку, почему нет, по литературе, самое любимое. Конечно же, шкала, сетка – тоже возможный вариант с возможностью выбрать правильный вариант и много-много другие. Готовые тесты из MyTest. Поясните, пожалуйста, в каком формате, Галина, тесты в MyTest предоставляются, если вы будете их вставлять, потому что не все форматы мы можем с вами синхронизировать с различными площадками. Но вот вы видите, что эти формы также доступны. Они сохраняются автоматически, и вы можете отправлять их вашим ученикам. Это также ссылочка, вот видите, ее можно сделать короткой, она будет вот такая, очень удобно и компактно. И можно отправлять эту ссылку на тест, на вашу контрольную работу вашим ученикам в той же соцсети. И ученик, конечно же, ответит, выполнит это задание. Плюс можно разослать на электронной почте, если этот формат для вас более удобный. Но я напоминаю, что для того, чтобы создать тест, также не забывайте указать отдельным вопросом фамилию, имя ученика, потому что как иначе вы поймете, кто же выполнил ваш тест. Ну и, конечно же, гадать по электронной почте, зачастую они указывают электронную почту родителей, является проблематичным, поэтому не забывайте в тестах, в ваших контрольных проверочных работах просить детей указывать их фамилию, имя, чтобы не было неразберихи. Вижу, что действительно есть и в текстовом редакторе, да-да-да, и банк тестов, тоже классный сайт. Спасибо, что делитесь уже материалами и наработками. Многие преподаватели, кто еще не пользуется, обязательно себе берите на вооружение. А мы с вами возвращаемся. Мы с вами уже создали столько различных материалов
и можем посмотреть, что у нас с вами есть и папка, у нас есть различные документы, да, которые мы также сможем использовать. И, конечно же, и другие могут делиться с вами. Не обязательно, чтобы ученики отправляли вам сами документы, они могут также отправить ссылку, и вы просто перейдете по ссылке и проверите. А если они вам дадут еще право редактировать, так вы можете у них файлы и исправить, поставить оценку, написать обратную связь, ту же самую рефлексию. А, да, с тестами легче, чем с диктантами, абсолютно точно, я с вами согласна. А мы с вами возвращаемся и продолжаем говорить уже дальше. А дальше мы также прошли уже практику. Напишите, сможете ли вы сейчас сами уже без моей помощи создать документ, создать различную, конечно же, контрольную, например, самостоятельно. Напишите плюсики, кто справится с этой задачей. Давайте посмотрим. Жду от вас огромного количества плюсиков. Я надеюсь, что я как минимум заинтересовала тех, кто еще не пользуется. И вы обязательно после нашего вебинара потренируетесь. Уже делали, отлично. Дальше тогда идем. Google Drive у нас настроен. Мы можем с вами загружать туда да любые материалы. Пусть это хоть будет видео. На видео также ссылку можно послать, да, попросить ваших учеников посмотреть и писать сочинение. А перед нами столько всего, столько возможностей интернета, и уроки можно делать совершенно разными и уйти от этой традиционной, от этого традиционного формата, к которому мы с вами привыкли. Поэтому призываю вас расширять свой горизонт и пробовать новые инструменты. Супер, вижу ваши плюсики. Не очень удобно таким пользоваться в NR, что такое, но в новой школе, да? Но вы пользуетесь, Алена, правильно делаете. Следующий инструмент – это инструмент, который многие знают и который узнали ввиду изменений текущих. И, конечно же, это инструмент для организации онлайн-урока платформа Zoom. Напишите, пожалуйста, кто проводит такие уроки. Конечно же, Zoom является самым востребованным инструментом. Эта платформа помогает с вами, нам с вами организовать полноценный урок в дистанционном формате. Нам доступны и аудио, и видео, чат, элемент доски, который мы можем демонстрировать. Да, при помощи демонстрации экрана мы с вами можем полностью показывать все, что угодно. Давайте посмотрим, какой функционал нам доступен. А напишите, чем вы, те, кто пользуется Zoom, пользуетесь чаще всего. Какой функционал нравится и за что вы цените Zoom? Вижу, что в Zoom проходят курсы, да, очень много курсов сейчас, и повышение квалификации, и различные тематические. Все сейчас отказываются от Zoom, он небезопасен. Елена, действительно, есть такая информация. И вчера на вебинаре я слышала, что некоторым регионам даже запрещают пользоваться. Но, к сожалению, реальность такова, что не у всех есть достойная альтернатива. Платформы, которые предоставляют, к примеру, в локальных учреждениях, они не справляются с нагрузкой, а другие платформы, не имея тех преимуществ, они проигрывают Zoom. Поэтому преподаватели все равно возвращаются к Zoom. Да, демонстрация экрана. Всем нравится демонстрация, презентация, совместное использование электронного учебника. Почему нет, как говорится. Discord использует Александр. Discord тоже, да. Discord имеет свои особенности, как и Skype. И многие, наверное, слышали про Hangouts. Это сервис от Google. Вы же уже зарегистрированы в Google. Ну вот и Hangouts, да, можно попробовать. Это тоже площадка для проведения онлайн
Единственное, что функционал там немножко более скудный и ограничен по количеству участников встречи. Но теперь поговорим о Zoom. Zoom очень понятен, достаточно понятен, нужно только разобраться. На сайте Zoom Us вы можете скачать и мобильную версию, и версию для компьютера, и установить себе, чтобы она всегда была у вас. Конечно же, пригодится ваша электронная почта для регистрации. Почему не завести ее на Google, да? Вижу, что многие используют видеоролики, показывают, и также Zoom является платной программой. Действительно, у Zoom бесплатное ограничение на 40 минут, далее доступно только для расширенной версии, расширенная является платной. Теперь очень важным инструментом в Zoom является возможность запланировать урок. То есть вы при планировании своего рабочего времени можете заранее планировать, когда же ваши ученики придут к вам на урок. И для того, чтобы это сделать, на стартовой странице вашего приложения Zoom нужно нажать «Запланировать» этот значок с календариком и написать, в какое время кто к вам придет на урок. Можно наименовывать вашим классом, вашим предметом, таким образом, чтобы все ваши уроки были структурированы, и вы сами могли в этом разобраться. Это самое главное. Да, в Учи.ру тоже можно уроки планировать. Да, единственное, что преподаватели очень много говорят, что про нестабильность такой платформы. Надеюсь, у вас все хорошо. Давайте дальше. Большим преимуществом Zoom является интерактивная доска. Вы можете нажать «Комментировать», и вам доступен такой функционал, как напечатать текст, отметить, порисовать маркером, стереть, очистить и сохранить то, что вы нарисовали. Вы можете делать это вместе с вашими учениками в режиме передачи управления. То есть ваши ученики также интерактивно могут принимать участие. При этом вы также можете стирать то, что они написали, и вообще полностью стирать все на этой доске. Помимо этого, вы можете также вместо белой доски использовать уже ваши материалы и рисовать на этих материалах. Поэтому я вас призываю обязательно использовать доску в Zoom. Да, вижу, что надо ссылку отправлять, конечно. То есть, когда вы запланируете встречу, новую конференцию, справа вы можете приглашать и редактировать ваших участников. К примеру, если кто-то не может войти. Конечно же, нам нужно с вами не забывать, что и ученики испытывают трудности, помогать им на первых порах в особенности. И я уверена, что многие из вас затрачивают намного больше времени сейчас для организации учебного процесса и помощи ученикам. Но вместе мы все решим. Давайте дальше. Помимо интерактивной доски есть всплывающий чат. Чат — это просто палочка-выручалочка для нас, преподавателей. Потому что, во-первых, если мы всем будем давать управление и, конечно же, включать постоянно звук и давать право ответить, то урок из 40-минутного, конечно же, перейдет в полноценную конференцию. Для этого при большом количестве участников чат является доминирующим средством взаимодействия. К примеру, вы что-то объясняете в формате лекции, да, вы очень любите этот формат. И, конечно же, всегда запрашиваете обратную связь от своих учеников. Это, например, выбрать правильный ответ и посмотреть, кто из участников ответил верно, и похвалить, а также помочь, попросить помощи или спросить мнение, обсуждая какую-то новую тему. Все эти механизмы вам знакомы, но теперь мы с вами будем их использовать в чате в Zoom. Zoom нравится, дети тоже с легкостью освоили. Я согласна, это действительно очень удобная платформа. Конечно же, нужно учитывать
все аспекты, включая безопасность. Именно поэтому я вас прошу аккуратнее относиться к тому, кому вы даете ссылку на урок, это раз, кому вы даете ссылку на ваши документы. То есть не забывайте про безопасность, и это касается не только Zoom, а в принципе любых материалов, которыми вы делитесь, и инструментами, которыми вы пользуетесь. То есть имейте это в виду. Ну а сейчас я хотела бы рассказать про еще один инструмент, который позволяет нам с вами организовать свою работу и делать это продуктивно. Это наша интерактивная тетрадь SkySmart. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто уже слышал про наши интерактивные рабочие тетради SkySmart от нашей школы. Напишите, пожалуйста, кто уже пользовался. Я же хочу вам рассказать, что SkySmart – это очень удобная платформа для того, чтобы эффективно создавать домашние задания и просто задания, которые вы можете использовать в том же Zoom для демонстрации и решения совместно с вашими учениками, средства, которые позволят эффективно работать и взаимодействовать с учениками. На текущий момент у нас есть огромное количество материалов с различных ОМК, и это доступно как для ученика, так и для учителя. На текущий момент это школьная программа с 5 по 11 класс. Наши материалы соответствуют государственным образовательным стандартам. И самое главное преимущество – это, во-первых, возможность очень быстро создать задание. Компактная форма – это ссылка на задание и также автоматическая проверка. Плюсом также, я считаю, является возможность использовать и решать задания вашим ученикам с любого устройства, потому что мы знаем, что ученики – это адепты мобильных устройств. Именно эта проблема решается с помощью тетради SkySmart. Давайте мы с вами сейчас прямо, помимо того, что мы научились пользоваться облачным хранилищем и поговорили про платформу Zoom, давайте с вами прямо сейчас попробуем и зададим уже первое задание нашим ученикам и посмотрим, как это удобно. Под этим видео внизу у нас первая ссылка, это ссылка на нашу рабочую тетрадь. Пожалуйста, переходите по ссылочке и давайте попробуем посмотреть, что же мы можем задать нашим ученикам. Отлично. Ссылка под видео, где находится наше описание, наша тетрадь на сайте edu.skysmart.ru/workbook. А я, с вашего позволения, тоже перейду и покажу, как здорово мы можем с вами делать задания и задавать нашим ученикам. Я уже нахожусь на этом сайте. Я надеюсь, вы тоже. Напишите плюсики, кому удалось зайти на нашей рабочей тетради. Напишите плюсики, чтобы я видела, что ссылочка работает. Отлично, Елена, получилось. Ага. Про программу мы с вами обговорим. Давайте сейчас просто посмотрим, какой функционал, и уже научимся пользоваться. Это очень просто, и я надеюсь, вам понравится. У нас на данный момент мы видим 6 предметов. В ближайшие дни, очень скоро, будет 8 предметов. И, конечно, наша задача – это охватить все предметы, чтобы все преподаватели могли воспользоваться нашим сервисом. Да, Наталья, если виснет, перезагрузите, подождите. Я, как уже говорила, большая нагрузка на интернет. Отлично, столько получилось, я очень рада. Смотрите, здесь очень все просто. Вы выбираете предмет, ваш предмет, либо предмет, который вы бы хотели посмотреть, если вашего еще нет. У нас все задания создаются автоматически, и, конечно же, мы с вами попробуем это сделать. Я выбираю английский, нажимаю на него и перехожу в следующий этап, это выбор класса. Не забывайте, что предмет все-таки можно будет поменять,
примеру, если вы преподаете математику и алгебру, выбираем класс и видим несколько вариантов рабочих тетрадей. Можете посмотреть. Если вашего учебника нет, кто-то пишет, то вы можете написать и написать нам, какого учебника не хватает для вашей работы. Но я, в свою очередь, призываю вас в рамках организации эффективного качественного обучения пользоваться различными ОМК для того, чтобы ребенок не привыкал к определенным однообразным заданиям и имел возможность да, пробовать себя и в других заданиях. Отлично. Да, спасибо за обратную связь. Мы постоянно расширяем нашу линейку. Я же выбираю на текущий момент учебник Spotlight. Я его выбрала, нажала на него, и теперь я пойду к выбору упражнений. Нажимайте тоже и смотрите, какие упражнения нам доступны. Сейчас мы оперативно добавляем все более расширенный спектр заданий. Все задания интерактивные, автоматически проверяются. И, конечно же, нам доступны разные модули из этих рабочих тетрадей. Давайте посмотрим, какие задания мы можем выбрать. Когда вы задаете домашнее задание, вы можете выбрать все. Можете выбрать несколько заданий, а также функция, которая мне очень нравится, это предпросмотр. То есть мы с вами можем выбрать задание, подходящее нам. Например, вот такое. Посмотрите, какие задания. Очень яркие, красочные. Я думаю, после таких заданий ученики не захотят копий, скринов и прочих ненаглядных материалов в качестве домашнего задания. Мне вот это нравится. Я его выбираю, нажимаю галочку и нажимаю дальше «Создать задание». Угу. Начальную школу я вижу, что многие, большой спрос на начальную школу, и впоследствии мы тоже учтем это. Спасибо вам за обратную связь, Елена. Нажимаем «Создать задание» и переходим на этап «Создать задание». Напишите, пожалуйста, кто из вас, кому удалось создать это задание. Александр, да, этот сервис доступен как и ученику, так и учителю. Поэтому именно сейчас давайте попробуем. Потому что, как вы еще убедитесь, одно дело я вам скажу, другое дело вы сами увидите, как это работает. А ученику это будет доступно точно так же, как и учителю. Давайте мы сейчас прямо так же, как учитель, в роли ученика посмотрим. У нас с вами есть ссылка. Вот эту ссылочку мы копируем, нажимаем на нее, вы увидите, скопировано. А также вы можете выделить и скопировать эту ссылку. Да, давайте. Помимо этого, вы можете нажать «Предпросмотр», если вы засомневались, а то ли задание вы выбрали. И теперь давайте скопируем эту ссылку. Так, если не открывается, перейдите снова по ссылке и попробуйте создать заново все эти шаги. Надежда, давайте, мы в вас верим, все получится. Ирина уже так быстро создала, просмотрела, здорово. Елена тоже получилось. Давайте мы с вами посмотрим, а что же ученик? Вы ему, вашим ученикам, присылаете эту ссылку. Это можно сделать в соцсетях, где вы общаетесь, в мессенджере, Viber тот же, WhatsApp и многие-многие другие. Давайте посмотрим, как же это выглядит со стороны ученика. Вы зашли под учеником по его ссылочке. Попробуйте. Давайте посмотрим, как же это выглядит. Мы должны понимать, как ученик будет это выполнять. Зайдите на ссылочку. Да, вы можете выбирать из тех рабочих тетрадей, которые доступны, а также написать, какую бы рабочую тетрадь вы бы хотели видеть на нашей платформе.
Ученику нужно заполнить информацию, это фамилия, имя, чтобы мы знали, кто сделал это задание. Также номер телефона, чтобы в случае, если у вас будут однофамильцы, мы могли их различать. И нажимаем клавишу «Решить задание». Давайте посмотрим. И вот мы с вами видим все то же самое задание, которое задали сами. Давайте попробуем его выполнить и посмотрим, автоматически ли оно проверяется или нет. Я ввожу вариант из предложенных и нажимаю Enter. Зеленым загорается, когда правильный ответ. И когда я его выбрал, я также могу его зачеркнуть, чтобы больше не использовать. Второй вариант, второе задание. Также ввожу ответ, нажимаю Enter и также зачеркиваю. Давайте дальше. Это у нас будет еще вариант, тоже верный. А давайте теперь используем неверный вариант. К примеру, глаз. И мы видим, что он неправильный. Когда неправильно, загорается красным. Но также у ученика есть еще две подсказки, две попытки, чтобы исправить текущую ситуацию. Давайте посмотрим, если мы снова ввели и снова неправильно. Еще остается попытка одна. Давайте еще раз. И мы имеем возможность посмотреть правильный ответ, чтобы ребенок все-таки узнал правильный вариант. Но этот вариант не будет ему зачтен. То есть мы будем видеть с вами, что здесь ученик допустил ошибку. Но ученик, в свою очередь, будет знать, а какой же верный вариант. Для обратной связи это очень важный момент. Картон мы с вами использовали и его зачеркиваем. Далее номер 5. У нас осталось два варианта. Давайте все-таки ответим верно. И последний вариант тоже. Напишите, кому удалось сделать задание за своего ученика. Напишите плюсики, у кого все получилось. И нажимаем кнопку «Завершить». Посмотрим, что же ученик увидит. Мы видим также полосу прокрутки. Мы видим, что ученик выполнил все задание. У Натальи все получилось, Лилия, интересно, Гузель, Татьяна, давайте, остальные, получилось ли у вас, коллеги? Нажимаем «Завершить», и мы видим, что у ученика получилось, что Иванов Михаил закончил задание, и мы отправили это задание, выполнено учителю. Давайте посмотрим, так ли это, обновим наш браузер. И посмотрим, действительно, Иванов Михаил выполнил одно задание на 83 балла, и мы также можем посмотреть, нажав клавишу «Подробнее», что именно Михаил сделал и где у него была ошибка. Это очень важно. Напишите, пожалуйста, увидели ли вы в вашем личном кабинете, что ученик сделал задание. Напишите, пожалуйста, кому удалось, кто видит в своем кабинете, это выполненное задание. Как вы считаете, удобно ли таким образом посылать домашнее задание ученику, а также использовать эти ссылки, в том числе на уроке, в качестве домашнего, в качестве рабочего, да, задания на уроке? Вижу столько плюсиков, учеников сами добавляем. Нет, ничего делать не нужно, они сами добавятся и отобразятся в вашем личном кабинете. Единственный момент, что мы с вами, вы заметили, не проходили никаких регистраций, не делали никаких лишних манипуляций, которые требуют различные платформы. Лично мне очень сложно запоминать огромное количество паролей, огромное количество требований к разным площадкам и выполнять их всех. Здесь все очень просто, сама платформа очень понятная. И, конечно же, если вы хотите, чтобы ваши домашние задания, ваши ссылочки сохранялись, вы видели статистику по вашему классу,
Чтобы эти задания сохранялись вместе с результатами учеников, нужно пройти минимальную регистрацию. Это ввести электронную почту, и все ваши задания будут в одном месте. Я открыла новую тетрадь, потому что в той, которой я пользуюсь, уже очень много ссылок. Конечно же, это очень удобно, потому что бывают ученики отстают, кто-то болеет, и у вас будет возможность всегда дать ученику тот же материал, который вы проходили со своими текущими учениками. Напишите, пожалуйста, пожалуйста, понравилось ли вам такой способ, считаете ли вы его эффективным для того, чтобы давать домашние задания. Конечно, я понимаю, Александр, вы всегда видите моменты, которые стоит учесть. Это возможность списывания, это возможность создавать варианты самому. И, конечно же, мы хотим развивать наш продукт, и кто, как не преподаватели, могут дать нам вот эту необходимую информацию для того, чтобы получилось в итоге не просто интерактивный тетрадь, а полноценная платформа для работы, для проведения уроков, для создания ваших собственных заданий, площадка, которая будет включать все инструменты, которые вам необходимы. Напишите, у кого, кому получилось, кто у нас молодец. Плюсики поставьте, кому удалось и создать задание, и выполнить его, и вы увидели статистику в вашем классе. Вижу плюсы, спасибо за обратную связь, отлично, детям будет интересно, конечно. Я уже проводила вебинар, и так интересно, что одна из преподавателей из Курганской области, у них было очень поздно, она сказала, что дети неохотно делают домашние задания, оттягивают, тем более имея в дистанционном формате возможность оттянуть момент выполнения домашних заданий. Но когда в 9:45 отправил ссылку ученику в соцсеть, он тут же его открыл, это задание, и выполнил. И учитель тут же увидел результат. И говорит, что действительно возможность такого формата делает более качественным обучение. Ведь детям нравятся ссылки, нравятся соцсети. Это является мотивирующим фактором выполнения домашнего задания. А я вижу, сколько плюсиков. Отлично, что вы так быстро учитесь, и у вас уже получается пользоваться новыми, современными, прогрессивными инструментами взаимодействия с учениками. Да? Я думаю, что вы оцените эти плюсы. А кто, у кого, если не получилось, попробуйте прямо сейчас. Напишите, если у вас есть какие-то вопросы и сложности, поделитесь, потому что только так мы с вами научимся правильно взаимодействовать в онлайн-пространстве с нашими учениками. Для нас это очень важно. И, конечно же, мы с вами разобрали, как задание выглядит у ученика. Я хочу сказать со своей стороны, что у нас работают много методистов, которые учитывают тот фактор, ту потребность в разнообразии различных заданий, форматов, разных форм проверки. И, конечно же, делает это увлекательно, чтобы ученику было интересно выполнять эти задания. Вижу, что у всех получилось. Назарова, Лариса, Андрея, Наталья, Татьяна, Асима, все выполнили. Детям это точно интересно, конечно. Поэтому также хочется узнать вашу обратную связь, вам, насколько нравится такой способ. Лично мне очень нравится, потому что когда вечером ученики присылают домашнее задание, выполненное в виде фотографий, в виде документов, сканов, копий, и это все листаешь, а если они отправляют это в мобильные какие-то соцсети либо в какие-нибудь мессенджеры, то тратится очень много времени. Лично у меня так. Отлично, спасибо, Татьяна, очень рада, что вам нравится. Плюс, конечно же, автоматическая проверка экономит вам большое количество времени для более полезной работы, систематической работы методической,
когда вы можете планировать долгосрочную перспективу обучения, на которой обычно, давайте скажем честно, не хватает времени из-за того, что приходится делать очень много рутинной работы. Я думаю, вы согласны. А теперь я вас поздравляю, вы освоили сегодня и Google документы, также Zoom и, конечно же, наш интерактивный тетради SkySmart. Я уверена, сегодня ваши ученики получат очень интересные задания. Вы можете сами организовывать самоконтроль в классе, отправлять им ссылки. Вы можете также использовать эти материалы, в том числе во время вашего онлайн-урока. И это доступно как вам, так и вашим ученикам. А я думаю, если вы скинете в чат эту ссылочку и устроите, к примеру, кто быстрее выполнить домашнее задание, вы же все увидите в своем личном кабинете. Для детей это будет своеобразный квест, какое-то развлечение, да, кто же быстрее на скорость выполнит задание. Ну и дальше можно, используя весь арсенал наших знаний, делать процесс обучения очень-очень мотивирующим для наших учеников. Ну и, конечно же, разнообразным для нас, чтобы мы с вами не погрязли в рутине. Согласны? Напишите, пожалуйста. Я хотела бы сказать, что теперь мы с вами умеем использовать несколько, конечно же, это не все, несколько инструментов, которыми, благодаря которым мы с легкостью можем переместить наши офлайн-уроки в онлайн-пространство. Так, к примеру, формат урока, лекции или беседы можно спокойно провести на платформе Zoom. Путешествия да с легкостью мы можем организовать при той же видеоконференции, а также задействуя различные документы, опросники с нашего хранилища Google Drive. Для того, чтобы при этом разнообразить линейку различных заданий и преподнести это в более интересной форме, для нас доступна платформа Zoom и также интерактивные рабочие тетради SkySmart. Презентации урока можно легко освоить и реализовать посредством Google презентаций в режиме демонстрации на платформе Zoom. Ну и нашу излюбленную форму нашими учениками, я имею в виду формат игры, это целый спектр различных инструментов. Это и Google документы, это интерактивные задания с помощью нашего инструмента тетради SkySmart. И, конечно же, нам поможет демонстрация экрана в Zoom и взаимодействие таким образом. Напишите, пожалуйста, кто из вас уже сегодня готов организовать новую форму онлайн-урока с теми инструментами, которые мы с вами освоили, а я уверена, что вы уже владеете этими инструментами. Остальная практика, конечно, на вас, но какие-то азы мы с вами усвоили. Я думаю, что время уже не потрачено зря. Напишите, пожалуйста, кто из вас захотел уже провести интересный урок для ваших учеников и воспользоваться самыми удобными и эффективными инструментами для организации онлайн, да, нашего дистанционного обучения. Вижу плюсики. Светлана решила, что попробует. Все отлично. Осталось, чтобы все остальные решили. Я очень рада, что вам эта информация оказалась полезной. Татьяна, спасибо. Ну и также хотела бы проговорить, что это не конец, это только начало вашего погружения в мир дистанционного обучения, потому что существует множество других инструментов. Это и мессенджеры, это и различные соцсети, которые позволяют вам мгновенно взаимодействовать с учеником. А как же мы будем контролировать прогресс ученика? Конечно же, этими инструментами. Это и Telegram, WhatsApp, Viber, ВКонтакте, та же электронная почта, которой, я думаю, вы пользуетесь. Более того, у нас есть реферальная программа, которая подразумевает, что при переходе по ссылке под номером 3, которая находится под этим видео в описании, вы вводите почту того, кого вы хотите пригласить, и ему на почту попадет
да, прилетит приглашение. Вы можете отправить ссылку любым способом, и в мессенджер, и в соцсети, и, конечно же, в качестве благодарности мы пришлем каждому участнику интересные материалы полезные, ресурсы со ссылками, которые доступны преподавателю бесплатно, и мы хотим поделиться теми наработками, которые доступны сейчас, и мы хотели бы, чтобы вы также внедряли в свой процесс педагогический. Обязательно поделитесь ссылкой номер 3 под видео и получите эти полезные материалы. Да. Также хотела сказать, что помимо этого мы вовсю погружаем наших любимых преподавателей в дистанционное обучение и проводим и другие обучающие вебинары по различным темам. Это и онлайн-уроки с рассматривая различные инструменты. И, конечно же, это соцсети, также облачные хранилища. Очень много различных площадок, которые мы с вами разберем. Расписание всех вебинаров вы можете увидеть по второй ссылочке, также под этим видео. Ну а мы, в свою очередь, стремимся к развитию и хотим предоставлять качественный материал и продукт своим клиентам, это учителям. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно звоните на нашу бесплатную линию и также в личном кабинете интерактивной тетради SkySmart пишите, каких учебников, рабочих тетрадей вам не хватает. Но и также пробуйте совсем разные УМК для того, чтобы делать свое обучение эффективным. И хотела бы сказать, что сегодня для всех участников нашего вебинара мы подготовили сертификаты. Каждый преподаватель получит сертификат, но мы хотели бы увидеть, что вы освоили эффективный инструмент взаимодействия от онлайн-школы SkySmart. Поэтому мы просим вас отправить 100 домашних заданий вашим ученикам. 100 домашних заданий – это не значит, что 100 различных новых домашних заданий. Это значит, что ваши 100 учеников получат, к примеру, даже одну и ту же ссылку. Если у вас класс из 30 человек, это буквально 4 разных задания, да, каждому классу. Поэтому напишите электронную почту, кто готов уже получить сегодня сертификат эксперта дистанционного обучения от онлайн-школы SkySmart и отошлет 100 своим ученикам ссылочку на домашнее задание в интерактивной тетради SkySmart. Если вам что-то непонятно, пишите свои вопросы. Да, сертификат придет на почту. Мы же с вами дистанционно обучаемся, и сертификат тоже будет онлайн. Напишите, пожалуйста, вашу электронную почту в комментариях к сегодняшней встрече прямо в чат. Да? Мы оперативно всю эту почту соберем. Единственное условие, чтобы вы отправили также ссылочки вашим ученикам, чтобы 100 ваших учеников выполнили это задание. Напишите, пожалуйста, кто готов вашу электронную почту. А я, в свою очередь, также жду от вас обратной связи. Если нет класса в предмете, вы можете также попробовать другой класс, другие материалы. Либо, если в классе 5 человек, хорошо, вы можете создать ссылочку из нескольких заданий, либо несколько ссылок. То есть, если у вас в классе всего 4 ученика, то нужно будет просто задать им несколько, создать ссылок и несколько заданий, чтобы они выполнили. То есть, одна ссылка, к примеру, одно задание. И таким образом у вас будет много выполненных заданий. А всего 40 учеников. 40 учеников, Галина, это супер, потому что вы можете создать, к примеру, 3 задания и 3 ссылочки отправить вашим ученикам, и это будет уже 120 домашних заданий выполненных, да? Понятно, вижу ваши электронные почты, отлично, очень рада, спасибо большое.
Те, у кого мало учеников, вы можете давать им несколько заданий, а у кого много учеников, то вам проще будет создать два задания, к примеру, и чтобы ваши ученики их выполнили. И таким образом у вас будет 100 домашних заданий. Отлично. Также не забывайте про нашу реферальную программу, что поделитесь этой информацией с вашими учителями в вашей школе. И, конечно же, мы вышлем вам по ссылочке, пришлите номер, ссылка номер 3 под этим видео, и мы пришлем вам материал, очень полезный и необходимый преподавателю для организации дистанционного обучения. Конечно, в течение какого времени нужно отправлять? Да, то есть это в течение дня постарайтесь отправить. Сегодня, завтра мы оперативно увидим и вышлем вам сертификат. Я думаю, что сертификат эксперта дистанционного обучения также пополнит вашу копилку и будет очень выгодно смотреться в линейке ваших грамот и сертификатов, потому что сейчас дистанционное обучение востребовано как никогда. Ну а дети это подтвердят, рассказав своим родителям, какие интересные домашние задания им предлагает преподаватель. Я думаю, здесь сомневаться не придется. Вижу ваши электронные почты. Супер, отлично, очень рада. Отправляйте, да, задание до 16 апреля. У вас есть время, конечно же. И также я призываю уже вовсю начать пользоваться новыми инструментами, потому что откладывание, конечно же, повлечет то, что вы не будете этим пользоваться. Отсрочите, да, и отложите на завтра. Это особенность у нас у всех есть, чего греха таить. Поэтому нужно прямо сейчас уже начать пользоваться различными инструментами для взаимодействия в онлайн-пространстве. Вижу электронные почты. Вам присылать ссылки в этом чате. Наталья, ссылки, если бы я вашим учеником была, я бы с удовольствием сделала. Но наша задача, чтобы ученики также эффективно могли заниматься. Поэтому ссылочки присылаем вашим ученикам. Ага. Да, то есть 100 человек должно перейти по ссылке. Ссылка может быть одна, если у вас один большой класс, но, конечно же, не обязательно. Либо сделать два различных задания, если у вас меньше учеников. Пишите ваши электронные почты, чтобы мы каждому преподавателю, который отправит 100 домашних заданий, то есть получит 100 выполненных заданий от учеников, получит сертификат нашего эксперта дистанционного обучения. Также я вас прошу, если вы написали вашу электронную почту, напишите, как вам сегодняшний вебинар, нравилась ли вам информация, которую я сегодня озвучила. Дайте, пожалуйста, тоже мне обратную связь, чтобы мы понимали, насколько такие вебинары вам полезны, потому что это самое главное. Отлично, отлично. Все задания на этой неделе выданы. А, Наталья, если выданы все задания, вы можете в качестве поощрения, мотивации, дополнительной, я думаю, ученики с удовольствием такой формат воспримут и сказать, проверить заодно, кто у вас самый замотивированный в классе, и сказать, что вот еще дополнительное задание, посмотрим, кто выполнит. Я уверена, что все из ваших учеников поучаствуют в таком, как мы по-английски говорим, челлендже. Да? Такой интересный эксперимент можно провести. Познавательно, много с полезной информацией. Спасибо вам огромное, Лариса, Валентина, Мария, Лариса, за обратную связь. Отлично. 134 только в одной параллели. Я представляю, сколько работы свалилось на ваши плечи с такими большими объемами учеников, классов и параллелей. Поэтому я призываю вас, экономьте свое время, планируйте свою работу. И такие, конечно же, интерактивные, удобные, автоматически проверяющиеся задания выручат вас. Берегите себя. Спасибо вам огромное за сегодняшний вебинар. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно звоните и пишите на нашем сайте. Смотрите наши следующие вебинары. Я, в свою очередь, надеюсь, что сегодня наши ученики и ваши получат интересные домашние задания.
И, конечно же, жду вас на следующем вебинаре. Спасибо огромное за ваши замечательные комментарии, что уделили нам сегодняшнее время. Первая ссылка, напоминаю, это ссылка на нашу рабочую тетрадь. На второй вы можете увидеть доступный вебинар и можете записаться на них. И на третий реферальная программа. Посоветуйте наш инструмент взаимодействия с учениками своим преподавателям, знакомым, и мы вышлем вам очень удобные материалы, собранные в методичке и структурированные нашими методистами. Спасибо вам огромное, желаю вам замечательного дня и до новых встреч. Буду рада вас еще раз увидеть. До свидания.